большой буквы «Штормастер». Еще один фут-фут, еще один трак. Встретьте аплодисменты, если ваши руки не заняты телефонами, айпадами, детьми, женщинами, самсунгами и нокиями. Поаплодируйте этому «Штормастеру-перехватчику» на огромной скорости, развивающей, ну, периодически 60, а то и 70 километров в час. Конечно же, вам может показаться, что это не быстро, но мощность, которую выдает на своем пути, умопомрачительно. Что мастер будет выполнять сегодня трюк, который будет номинироваться на лучший трюк сегодняшнего дня. Вот сейчас посмотрите на ваших глазах. Если, в принципе, присмотреться, то основа – это Mercedes, ну, боди, так сказать. Но если бы директор Mercedes-Benz сейчас видел это творение, он бы, наверное, ему неделя бессонной ночи гарантирован. Что такое Stormfoot? Вы думаете, он застрял? Вы ошибаетесь! Это трюк! Этот трюк называется прокрутка передних колес на медленной скорости и переключение скоростей. Дружище, как подсказывают бывалые люди, сдавай назад, сзади свободно, а нет, вперед. Я, конечно, бы предложил половину стадиона сейчас всеми мужскими фибрами хотят ему помочь, сказать, дружище, подтолкнуть тебя, но охрана не выпустит нас, конечно же, друзья. Этот человек застрял. Может, у него децибелами его растолкаете. Олимпийский штормастер разошелся. Пилот, очень известный пилот, Тайцука на канале, японский атлет. Ему 89 лет, в принципе, он уже готов выйти на пенсию. Но Олимпийский — тот самое место, где его все еще приглашают. Его до сих пор любят в России. Люди до сих пор берут у него автографы. Тайцука на канале. Конечно же, у него славянская внешность, но он японец. Автомобиль Mercedes. Ну что ж, я думаю, Штормастер останется там на месте. И следующий Бигфут просто будет проходиться по нему сверху. То, что вы сейчас увидели, это просто такой кикер. О, друзья, на ваших глазах еще один монстр. Еще одна машина-убийца – это JCB Кран! Грузоподъемный! Поаплодируйте JCB Крану! О-е! Помогал, да, ладно. Аккаунт там будет двигаться. Конечно, у нас огромное количество техники сегодня заготовлено. А Тайцука на канале показывает нам, что все, задний полный. Полный привод ему пришел. Абсолютно Штормастеру. Тем временем мини-футы, или так называемые баги, от грачиков клуба появляются у нас на площадке. Те, кто завлекается мотокроссом, знают, что это такое. Полноприводные полаисы, 500-е, 800-е. Маленькие машины, убийцы треков. Гипер-мега-динамичные траки. Многие называют их баги, но это мини-футы. Также готовы прыгать по полной программе, преодолевать все абсолютно невозможные трюки. Для них сегодня специально приготовлен кикер и приземление. Так что трюки от них сегодня нам гарантированы. Они также будут принимать участие в гонках на выживание. Первый у нас монстр-трак не выдержал. С самого начала разложился. Но дадим ему возможность, он сейчас оживет, еще вернется к нам в строй. Так что пока баги выдают в мото, авто, кроссе, как говорят, в дрифтинге, дают угла, парни, грязевого угла, пока что они, если вы присмотритесь, объезжают все препятствия, все кикеры, рампы и приземления, потому что они еще сегодня будут участвовать. Это просто так.
некий парад участников, некий welcome, некое приветствие, потому что основная экшн.